сидел Гален на камне хмурый. Он созерцал весь мир и смысл. Он все живое мчится в суе. Кто правит этим организмом? Скопление органов? Где ж связи? Что мыслит, чувствует, жует? Зачем он любит, плачет, пьет? Что говорит ему о счастье? Что защищает от беды? И что толкает в пропасть страсти? И вдруг сказал: как много траты! Мы говорим у аппарата, защитник есть свой, железа. Ученые сказали: да, когда Моргани все проверил, то возгласил: не в нашей мере, а на творение Бога, и даже лучше той камеи, что создана для украшения шеи, не говоря уж о сосудистом барьере. Швейцарский же хирург Кохер впервые смело написал: ребята, право без цинизма, она причина кретинизма, больной тот Богом данным. Но доказал великий Бауман, что йод причина тех страданий. Кендалл сказал: да, это он, и образует он гормон. Да, железа – основа жизни, и жизнь ее не так банальна, а йода в ней – запас запальный. Скажу вам смело, без прикрас, она для нас гомеостаз. А ТТГ наш друг, охранник. Вот тайна жизни, железа и йод в природе водный странник. Ловить его и пить, и есть, все это нам для жизни честь. И правы были те, что утверждали: жизнь надежна лишь со щитом, не на щите.